Йо-йо-йо, здорово, народ! С вами Диман Масл, человек, который построил себя с нуля сам, занимаясь продажами Samsung Galaxy. И сейчас моя репутация говорит нам о том, что у меня 917, черт возьми, отзывов на 5 звезд. Это реально мой аккаунт. И половина из этих отзывов говорят о том, что люди покупают у меня товары с деком после полной оплаты мне на карту. На какую карту, спросите вы? По моему номеру 906-799-4405, Дмитрий, Сбер, Тинькофф и Альфа. Или моему начальнику 962-962, последние две цифры скажу реальным покупателям, его зовут Альберт. Там можно отправлять на Сбер, Тинькофф и ВТБ. Вы наверняка хотели бы купить мой товар с Авито доставкой, чего я, конечно же, не сделаю, потому что зачем? Я понимаю, что это площадка Авито, и вы наверняка найдете свое счастье с другим продавцом, который не против заплатить Авито комиссию 5%. Это какой-нибудь частник будет, который не против сделать вам торг в виде этой скидки и оплатить эту доставку Авито с ее комиссией. Например, такой вариант вполне возможен. Но я не частник. Я занимаюсь перепродажей, и моя наценка с телефона может быть 3% от цены, 5% от цены. А Авито доставка, она берет ровно столько за свою комиссию. Так зачем мне отправлять товар вам Авито доставкой, теряя на этом деньги, более того, ждать, пока телефон доедет до вас, думать, подмените вы его в пункте выдачи, честный вы человек, нечестный вы человек, да и просто ждать своих денег неделю, когда я понимаю, что, посмотрите на регулярность моих отзывов, посмотрите, они добавляются каждый день, и я понимаю, что если не продам телефон сегодня вам Авито доставкой, то уж за эту неделю, пока бы он к вам ехал, и я также не видел своих денег, я его продам кому-то по личной встрече, я живу в большом городе, я живу в Москве, или кому-нибудь другому с деком по полной предоплате. К счастью, таких людей хватает. И сейчас я немножечко побомблю. Побомблю я на следующее. Написал мне чувак, у меня, кстати, есть YouTube-канал, понимаете, у меня на Авито 7000 подписчиков, и на YouTube 15, так что уж кому продать на своих условиях я найду. Я не против Авито доставки, чтобы вы купили товар у кого-то другого Авито доставкой. Предоплата — это всегда риск. Понятно, что сложно доверять человеку. И будь бы я на вашем месте, я бы тоже покупал Авито доставкой. Потому что отправлять кому-то деньги наперед, мы не знаем, взломали там отзыв у человека, мы ничего не знаем, да? Но я снимаю подробные видеообзоры. Могу на этом видеообзоре показать подробное состояние телефона, проверить технически еще раз, что вы от меня попросите. Хотя все мои телефоны полностью проверяются на оборудовании Samsung и мной лично. Но если вас интересует что-то конкретное, я это дополнительно для вас могу проверить перед отправкой. Также я делаю видео отправки из дека, чтобы вы не переживали. И почему я бомблю? Сейчас я вам покажу. Мое видео записывается сегодня не просто так. Я зашел на YouTube и увидел там в комментариях одного придурка, который пишет: «Ты чё разводишь? Ты чё разводишь? Кого? Ты показал в СДЭКе 2021 год. За чё за чушь? У меня и то отправлений больше, чем у тебя». Какое-то дурачье мне на канале предъявляет, что я им показал не ту страничку в СДЭКе, якобы я мало отправляю и развожу вас. А я столько въебываю в этом СДЭКе, я каждый день бегаю туда по 2-3 раза в день, отправляя от 1 до 5 телефонов ежедневно. И я вам сейчас это докажу, чтобы закрыть эти вопросы раз и навсегда. Значит, во-первых, вот мы берем, мы заходим в браузер. Вот видите это сайт СДЭКа. Видите это мои посылки. Как понять, что это мои посылки, а не чьи-то еще? Сейчас я вам покажу, блин. Главное. Видите это Дмитрий Филиппов. Видите это мой номер. Видите это история начислений. Сейчас посмотрим. Посмотрите на даты. Посмотрите на даты отправок. Каждый день по несколько отправок, за которые мне даются бонусные баллы. Если вам так этого непонятно, вот видите, это все еще 10-й, блин, месяц, черт подери. Если вам так этого непонятно, окей, мои посылки, пожалуйста. Тип. Отправка. Сколько я отправляю? Смотрите на странице. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 62 страницы по 10 отправок за последние полтора года. 620 отправок, черт подери, с деком по полной предоплате. И вы мне еще говорите, что я вас кину? Мне нужно сидеть в тюрячке, по-вашему? Мне нужно зарабатывать деньги, а не сидеть в тюрячке за какую-то херню. Вот вам еще мое приложение с дека, чтобы вы понимали масштабы. О, 962, мой номер, мой. Смотрите даты, видите это? Это даты доставки. И вот это вот все, здесь будет 100 заказов. Видите, это все в пути, прямо здесь и сейчас. Это все реальные трек-номера, каждый из них вы можете пробить. Вы посмотрите на эти даты, вы посмотрите, это все свежее, это все сейчас. И здесь только за этот месяц сотня заказов. Вот на одной странице, вот здесь в приложении, сотня, понимаете, сотня. И они все вручены, они все доехали.
и почти все были отправлены без страховки. Касательно того, что вы переживаете за ваш телефон, окей, вы доверяете мне, но вы не доверяете СДЭКу. Видите, 620 отправок, ни одной потерянной. Да, были где-то у кого-то какие-то задержки, было еще что-то, но ни одной не потерялась, ни одной не разбилась. Так что я не понимаю, о чем идет речь. Здесь где-то вы можете увидеть одна, ой, не вручена, не вручена, ты нам врешь, вот одна не доехала. Просто человек ошибся с памятью и переоформил заказ, эту я сделал на возврат и другую ему же отправил. Так что все здесь было нормально. Но если вы очень переживаете и не доверяете СДЭКу, видите, это я долистал, все еще 10-й, блин, месяц, все это было в этом месяце, вот сотни, понимаете, только в этом месяце, сотни реальных заказов. Так вот, если вы мне не доверяете мне, но не доверяете СДЭКу, то вы можете застраховать посылку. Доставка с деком стоит 500 рублей. Страховка на 50 тысяч рублей, еще 500 рублей. Того за 1000 рублей у вас застрахованный телефон, который до вас 100% доедет. Можно застраховать хоть на 100 тысяч за 1000 рублей. 1500 рублей у вас страховка за 100 тысяч. И это не та страховка Авито, которая ни хрена не компенсирует в случае чего, а полная страховка, которая нормально заключается между мной и СДЭКом. Так что тут вас точно не кинут. Более того, вы все хвалите Авито-доставку. Вот ваша Авито-доставка. Смотрите сюда. Один объективный заказ, видите? Вот история. Человек мне отправил товар, который должен был доехать до меня до 24 октября. Перенесли сроки. Должен уже доехать не до 24, а до 28. Снова перенесли сроки. Должен доехать до 1 ноября включительно. Сегодня у нас 1 ноября, и ничего до меня не доехало. Везут телефон уже, блядь, 2 недели. СДЭК всегда доходит 2, 3, 4, 5 дней максимум. До меня Авито-доставка, блядь, едет уже 2 недели. И нахрен она мне нужна? А кто-то ждет денег эти 2 недели? Нахрен она всралась мне, Авито-доставка? С вами был Диман Масл.